Битва за еду. Staff only. Так, это я немножко для себя переведу. Я в данный момент в играх изучаю английский. Что-то запоминается, что-то нет. Когда его еще учить? Так, staff only. Служебное помещение. Если убрать only, став сотрудники. Штатное расписание, комната для персонала. Это staff room. Хорошо. Staff only. Это кто? Сотрудник? Авокадо. Здесь что-то не хватает. В истории каждой цивилизации наступает такое время, когда неизбежно приходит осознание того, что пора сделать выбор. Так, там код. Ключ. Пропеллер. Ключ пока, наверное, рановат. Закрыто. Так, у нас есть ключ. Странный. Так, дракон, рыбки. Красный получили. Медальон. Так, пока возвращаемся сюда. Где был вот здесь медальон. Рыба. Ну, допустим, наверное, рыбу надо сюда кинуть. Так, и авокадо. Ордер. Так, вот, кстати, вот это слово тоже хочу перевести. Ордер. Ордер. Заказ. А, ордерет. Упорядоченный. Ордер заказа. Так, хорошо, ордер заказ. Это наш заказ, да? Типа кубика суши. Как надо поставить? Красный сверху, наверное. Так не получится. Или все равно как? Здесь красный снизу. Ну, видимо, зеленый это, наверное, белый. Красный с этим, не знаю. Красные. Там белая у стенки. Интересно. А, здесь же есть табличка. Так, надо поставить. Так, хорошо. Я думал, по стенкам как-то. Так, зеленый, третий, красный. Зеленый снизу. Нормально. Третий красный, снизу красный. Так, зеленый, красный. Зеленый. Нет, подожди. Идти зеленый, красный. Что вот этот? Так, верхняя есть. Красный, красный. А, там у нас тройная. Ну, все правильно. Собрали заказ. И будешь есть? Есть не хочет. А, дрон нужен. Так, дрон. Тебе нужен пропеллер, да? Значит, все-таки это сотрудник. Кота не схвати. Вообще-то я думал, агрессором будет другой совсем. А не ты. Кусочек головоломки. Почему они называют головоломки? Не головоломки. Головоломки. Ладно. Так, что там еще все равно не доделали? Так, будешь висеть? Потому что надолго не хватит. У меня есть коты, я знаю, что так они долго не висят. Максимум секунд 10 они могут повисеть. Так, видимо, сюда.
вовремя нажимать. Хорошо, вроде как вот так. Так, дверь открылась, но я не помню, все ли мы забрали. Синие не взяли. Сейчас уже, наверное, не найдем, да? Это уже никуда нельзя. Так, а где был синий? Где бы его найти? Плохо, что после того, как дверь открылась, мы уже не можем ничего взять. Так, ладно, сейчас придется возвращаться. Так, возвращаемся за синим. Правда, я все равно не знаю, где он. В чем беда? Надеюсь, будет где-то снаружи. Где-то же должен быть снаружи. Вот сюда. А, вот это мы не открывали. Алмаз получен. Так, хорошо. Идем дальше. Сильные удары. Удары почему? И USB накопитель. Прям так сразу. Ну, конечно. Конечно же, не так все просто. А, вовремя нажимать. А, их можно блокировать. Так, то есть все должны направо, по идее, смотреть. Можно вот так. Окей. Отлично. Так, начинается дискотека. Да, дискошар. Будем танцевать. Как-то скучно. А музыки потому что нету. Где музыка? Бейсбольная бита. Ну, этим мы, конечно, можем какой-то трек выбить. Алмаз. Вряд ли получится музыка. Максимум акапелла. Вот это надо разбить. Кассета. Так, а тебе, с тобой что-то можно сделать? Вроде нет. Плей. Один. Это слишком просто. А, ну это первый уровень. Так, здесь будет посложнее, да? Хотя то же самое. Здесь сейчас появится с цифрой 5, потом 1. Если будет в непопад. Тогда было бы сложно. А здесь просто, скорее всего, скорость увеличивается. А нет, даже скорость вроде не увеличивается. Мне здесь надо было как-то в непопад ставить, чтобы было 1, 3, 2 и все заканчивалось. Тогда было бы интереснее. Так они по очереди идут. Ну ладно. Что за приз? Инструмент. Так, мы, по-моему, еще какой-то не взяли.
что-то, по-моему, мы еще не взяли. Синий и записку не нашли. Так, здесь провода какие-то. Ладно, в принципе, еще не все. Так, куда можно инструмент вставить? Что это вообще такое? Это, опять же, как шестеренка. А здесь у нас не хватает предохранителя. Так, куда это можно установить? Вот сюда можно установить. Запал. Ну ладно, не предохранитель. Это запал. Так, это рана. Дайте еще что-нибудь потыкать. Все, уже ничего нельзя потыкать. Так, ну красное отсюда ничего не вижу. Записок тоже я не вижу. Ладно, заходим сейчас обратно. Что-то как-то уровень стали заканчиваться не совсем очевидно. Раньше ключ повернул. Все, дверь. Здесь как-то раз. И конец. Так, ну значит где-то снаружи должно. Вот здесь, наверное, мы не смотрели. Здесь ничего и нету. Так, где еще может быть? Вот здесь вот. Вот синие нашли. А, вот записка. Не здесь? Нет. Не здесь. А, вот здесь. Понятно. Две противоположности более не могут сохранять баланс. Уходим. Так, 12-й. Киберпреступники. Возвращаемся в Сайберпанк. Хотя нет, здесь, по видимости, неонового слишком мало. Но есть преступник, да, все-таки Сайберпанк. Так что здесь у нас есть билет парковочный, ключ и красный алмаз. Сначала надо все алмазы эти находить. Правда, они могут быть где-то спрятаны, поэтому... Так, это значок шерифа. Разбитый робот. Это, наверное, протереть или... Не знаю, что с этим нужно сделать. Здесь тоже не отодвигается. Так, что с чем соединить? Почему они перекрываются? Сложнее было. Ну, допустим. Допустим. Так, мы просто его отключили. Ты заряжался, что ли? Ну, прости, прости. Так, теперь мы, наверное, можем здесь открыть. Ничего мы открыть не можем. Это здесь, наверное. Так, у нас ключ есть. Вряд ли он... Нет, точно не сюда. Наручники. Тоже не сюда. Так, билет. Сюда надо билет. Получим, наверное, жетон или что? Паркинг. Отличная парковка. И удобно. Там никого и нет. Просто значок. Припарковалось хорошо. Так, значок у нас где-то был. Вот здесь. Так, значок вернули. Есть цилиндрическая деталь.
значок нам еще где-то, да, понадобится, получается. Так, сейчас, наверное, вернется. Нет, не вернулась. Нужна вторая. Так, значит, где-то здесь, наверное. Здесь надо что-то сделать. Это либо обновить надо их провода, либо чем-то связать. Так, это не открывается. Вот здесь как-то надо это отодвинуть. А, и, наверное, у него будет вторая деталь. Так, как это отодвинуть? Это все что-то с электричеством связано. Это пока непонятно. Либо их действительно протереть надо. Так, во-первых, надо куда-то использовать ключ. А, серьезно? Так, электрошокер. А мы просто соединим ток. А здесь надо будет что-то решать, да? Или просто направлять. Здесь вниз. Нет, не так. Так, что-то делать надо. Если не так. Как-то не особо. Ну, по этим. По цветам. Здесь вообще красного нет. Не очень понятно. По цветам, да, красный там без цвета был. Так, только не очнись. Так, может, у тебя что-то тут еще есть? Это вроде ничего нету. Так, ну мы сейчас откроем опять же дверь. Там, по-моему, не все собрали. Синий и записку. Здесь может быть что-то. Вроде нету. Там записки нету. Здесь все посмотрели. Здесь в ящике. Посмотрели. Вот здесь, на, вот здесь у нас все кейсы не нашли. Теперь осталось найти записку. В принципе, она может быть где-то вот здесь. Для того, чтобы человечество сделало следующий шаг на пути своей эволюции, ему необходимо выбрать сторону. Так, все. Открываем дверь. И идем дальше. Тринадцатый уровень. Дневники вампира. Так, есть гаргульи, есть тыквы. Так, ладно, ничего не нажимается. Так, вот это самое простое. А, фонарь. Алмаз получен и записка. Выберешь ли ты хаос, силу перемен и неопределенности? Maybe. Yes, maybe, no. У нас здесь так вот, там вижу, вон синенький есть. Так, ну здесь ключ нужен. Так, фонарь. Вот у нас фонарь, вовсе не факел. А чем его поджечь? Пока что нечем. Так, сверху ничего. Так, это что у нас? Может, все-таки фонарь? Нет, не фонарь. Это как-то должно крутиться, наверное, потом.
А, вот здесь у нас огонь есть. Так не работает. Так, может быть, с этого надо начинать. Но это, по-моему, что-то уже финальное, чтобы открыть дверь. Так, вот здесь у нас буква есть. Вот что надо сделать. Но не совсем. А, вот здесь у нас... Нет, здесь тоже ничего нет. Так, но это вряд ли. Можно, конечно, было перевернуть и засунуть. Но как бы нет. Так, мы в тупике. Так, мы вышли из тупика. Так, ну, видимо, выставить все в ряд или нет? Не падаешь? Ну, допустим. А эти должны там стоять. Это не так. Так, как-то его надо вниз. А, быстро все срабатывает. Не так, как я хочу. Совсем все не так, как я хочу. Так, ну допустим, хорошо, упала. Эту сюда. Так, теперь надо как-то перевернуть так, чтобы вот это туда упало. Так не получается. Быстро лучше не крутить. Допустим, падает. Так, ну все неправильно. Так, до этого у нас было хорошо. Теперь все испортилось. Так, ну хорошо, если мы эту сюда засунем. Красную туда. Допустим, можно сделать... Так, она быстро перекручивается. Не совсем то, что я хочу. Получается, если вот сейчас я зажал, нажимаю сюда, вот она как-то провожу вверх, она быстро поворачивается в какую-то из сторон. Так, вот сейчас более-менее, но все равно не то. Сюда, сюда. Это убираем сюда. Допустим. Так, все равно не то. Не застревает то, что нужно. Так, опять начинается. Надо только боком крутить по кругу. У меня мышка в центр сводится. Так, зеленый надо куда-то как-то туда выдернуть. Ладно, попробуем так. Попробуем так. Опять не то. Вот почему это до конца не докрутилось. Вот, упало. Хотя нам это не очень нужно. Тем не менее, хотя бы упало. Так, давай как-нибудь перекрутись по-нормальному. Так, как нам нужно. Так, нам не нужно. Так, ну что-то ближе. Так, ладно, попробуем красный закинуть. У нас не получится красный туда закинуть. Как бы мы не хотели. Ну, хорошо, пусть будет. Пусть будет так. Пускай первый желтый будет там.
Красный тогда у нас идет вниз. Опять получается не то, что нам нужно. Как там зеленый отсюда вытащить теперь? Это самая проблема. Так, хорошо, зеленый мы сможем сейчас наверх скинуть. Допустим. Допустим. Так, хорошо, получилось, в принципе, вот все, сейчас мы пройдем. Так, теперь надо как-то туда. Куда ж ты? Отлично. А что ничего не произошло? А вот так вот. Хорошо, это было немножко коряво. Если бы они не застревали вот здесь вот, может быть, было лучше. Так, что мы сделали? А вот здесь... Нет, не здесь. А вот, вот тут, по-моему, вот кусочек головоломки. Вот здесь уже нормальный. Не головоломки. Не головоломки. Так, а здесь у нас тоже, да? Еще один кусочек. Так, ну вот их сюда надо. Здесь тоже как-то коряво. Как мне тебя докрутить? Ты криво стоишь. Да как-то интересно. Там... А, тут еще есть. Ясно, ясно. Значит, надо сюда, сюда. А, здесь их много. Понятно. Это уже не поворачивается. Так, что мы можем сделать? Сюда можем. А вот, надо правильный собрать. Так, ручка. Так, хорошо, значит, здесь тоже у нас будут проблемы. Надо сразу подбирать правильную. А здесь правильной нету изначально. Вот это более-менее. Да, есть изначально. Хорошо, красная ручка. Синяя и красная. Так, это у нас зеленая. А, здесь у нас по эти квадратные и треугольные. Так, квадратная. Фотография. И синий алмаз. Так, дальше. Так, символы. Допустим. Так, по одному пока не будем сильно запоминать, потому что они не очень запоминающиеся. Так, типа N, типа M. Так, второй раз прокрутил. По-моему, уже был. Вот такой. Так, ну а здесь наугад что-то да подойдет. Так, факел нет. Так, здесь ключ нужен уже. Куда нам фотографию засунуть? А, вот здесь фотография. Так, интересно. Так, мы тебя сожжем, да? Зажженный фонарь. Серьезно, просто сжег труп. Ну, не совсем труп. Ключ. Так, хорошо. Значит, типа вампир, наверное, был. Был. Так, ключ есть, но мы, по-моему, еще не все собрали. А, все собрали. Ай-яй-яй-яй-яй. А, хорошо. Не запустилось по новой, это хорошо. Я сейчас с той бы головоломкой опять замучился. Так, уходим.
13-й пройден. Адский огонь. Так, локация симпатичная. Такая мрачная. Так, кукла. Кукла. Так, синий. Синий взяли. Смотрим красный сразу. Вот здесь красный и записка. Всегда бы так. Присоединишься ли к порядку, предпочтя комфорт радостным волнением? Так, ну теперь решаем. Что у нас тут есть? Нож. Зачем нам нож? Так, здесь у нас есть что-то выдвижное. Кусочек головоломки. Головоломки, книга есть. Так, книга. Куда может быть книга использована? Так, а куда ребенок? Ребенок. А, если крутить, меняется, да? Так, хорошо, тебя мы вскроем. Так, ключ. А теперь он здесь наверху. А если мы покрутим, то наоборот. Так, хорошо. От кого открывать? Они просто отстегиваются. Понятно. Давай-ка мы тебя обезопасим. Обезопасимся от тебя. Медальон. Так, кому? А, у этого же, кстати, брюхо вспорото. До этого, наверное, было нормальное. А ну, этого теперь пасть. Открыто. Пасть. В принципе, там пасть, да? Так, медальон и книга. Здесь медальон. Так, что нам нужно собрать? Это вниз, наверное. А, они меняются местами. А, ну так это так просто. Так, слишком просто. Так, ну все, круг есть. Это не так? Либо одной деталь. А, это у нас кусочек. А, теперь надо вовремя остановить. Не так. Вроде все правильно. А, вот. Вот оно как. Что за мистика пошла? Так, есть символ. У нас есть книга. Кому, правда, эту книгу? Непонятно. А, сюда прямо. Так, кто там на коняшке? А, Дид Смерть. Так, какой там символ был? Не так? Так, наверх, вниз. Вот, типа вот так. Тоже нет? Почему нет? Вроде подходит. Так, хорошо. А по-другому я не знаю, как еще можно. Можно сюда, конечно. Можно так. Да, видимо, так. Так, дверь открылась. В принципе, мы все собрали, уходим. Уровень красивый. Все собрали.